Здравствуйте. Сегодня получила посылку из магазина мыло Опт. Уже не первый раз заказываю. Хочу рассказать, что в этой посылочке у меня есть. Формы для мыла. Оливка. Новые. Лаванда. Форма мишка для детского мыла. Также пакетики для подарочных наборов с сердечками и с цветочками. Основа для бритья. Накладная, конечно, как всегда. Масло ши рафинированное. Основа масла для тела. Основа для твердого шампуня Crystal SS, английская. Основа мыльная Crystal OS, тоже английская. Ленточки для подарочных пакетиков. Баночка для крема. Бутылочка для духов с дозатором, спреем. А также масло виноградной косточки, водорастворимое. Миндальное молочко. Натуральный фиолетовый краситель. Отдушка для духов Paco Rabanne. Увлажняющий гель Алоэ Вера. Отдушка спортклуб для основы для бритья. Натуральный желтый. ПАВ кокосульфат натрия. Порошок для волос и тела ним, очень хороший и полезный для изготовления шампуней, а также кремов. Глиттер зеленый неоновый блестит очень красиво. Для оливкового мыла. Вот эти оливки можно глиттером ягодки помазать, чтобы было красиво. Натереть, в смысле, да. И глина кембрийская голубая. Вот такая посылочка у меня. Спасибо магазину Мыло Опт за предоставление большого ассортимента. Спасибо за просмотр.